Хей, йога, и с вами Шмиги, мы продолжаем проходить игру под названием Steam World Dig 2. Короче, как я и говорил, мы с вами отправляемся в правую сторону, туда, в пустыню, далеко-далеко. И посмотрим, куда меня это все дело проведет. А, у нас крюкошка есть, точно. Точно. А, у меня ж не стоит, да, от падения. Защита. Это чисто, чтобы смягчить падение. Воу, да ладно. Фигурка кошки-ниндзя добавлена в коллекцию. Так, фигурка кошки-ниндзя влияет... Так. Вливайся, становись мяутном. Кошки-ниндзя, вперед. Шреддер, я сама коготь хочет в клещо порву. Подождите, Шреддер это из ниндзя-черепашек, это отсылка к ниндзя-черепашкам. Плюшевый монстр, детская игрушка. Предупреждение о риске ухудшения. Так, а, удушение написано на шумерском, древнегреческом, аккадском и еще несколько древних языках. Мглиу. Мглинафл. Ктулх. Актухлу. Райхл. Угангл. Фрагмн. Бац. Классненько. Классненько. Что такое? Ох. Ты посмотри, какая. Крушение. Крах вообще. Будем надеяться, профессор так внесет в новую ракету серьезное улучшение. Угу, добиться так. Надо добавить лазерь и всякое такое. Так, теперь, по идее, я с помощью этих, да? Как тесть могу быстро прицепляться. Блин, вот это улучшение нужно. Меня быстро раздувает. Меня очень быстро раздувает. А, беги, беги, беги. А, теперь понял, зачем, почему на крюк кошка. Так, нос зачухался. Пипец буря. Тихо, не-не-не, не отрывай меня. Да, без кошки здесь типа я не справился. Я не могу добраться дальше. Ну, немножко. Наконец-то все. О, серьезно, все, буря утихла. Ни хрена себе. Да, без крюка кошки здесь не обойтись было бы. Наверх и заново. Ух. Давайте вернемся. Как раз этот идол отдадим. Так, еще 21. Карта минералов. Ух ты. Ух ты. Карта минералов. Ух ты. 4 надо. Открывай все ресурсы на мини-карте. Сезам, откройся. 4 штуки нужно. Можно в каче вот это убрать. И давайте, наверное, плюс 5 к опыту. И
я вот это поставлю. Это очень полезная вещь. Если я хочу все предметы искать. Так, давайте наверх зайдем сначала. Шахта. Ух ты ж. Что-то пошло сложное. Даже так. Ну, зато я шестеренки собираю. Так. Серьезно? Выше нельзя? Рано. А, манай, тут ловушка стоять была. Че себе? Надувной друг. Надувной друг. Одиночество — это когда сам себе обманываешь. Когда грустно. Когда я на... Так, набираю номер. Никого не дома. Так, туда мне не пройти. Сюда все. А вниз я ходил. Ай-яй. Так, я думаю, лучше вернуться обратно сейчас. Так как у меня есть две этих. Да, все, ветряные равнины 100%. Значит, я все секреты здесь открыл. Сейчас, да, я тебе продам, давай, заранее. Улучшение. Так, что у меня тогда тут стояло стоять? Херня, связанная с лавой, да? Или нет? Давайте, наверное, от падения урон поставлю. И погнали. Пац. Я думаю, тут осталось уже немного. Ну, блин, только один босс был. О, великий разрушитель, нам всем точно конец. И замечу, что он выглядит как этот. Вы что, поклоняетесь статуе Расти? Да, великий Расти, разрушитель обетованный. Его присутствие... Так... Предарёк великий пророк. Он привел приход благословенного конца. Вы, ребята, что, надеетесь тому же и поклоняетесь, что ли? Эти водный цвет — это неверная похититель для тебя из храма пути. Я принесу ее детали в жертву очищению пламени. Вау. Вау, серьезно? Это нужно было. Ворота не движутся, от рычага толку нет. Может, нужно как-то так подать питание? Какой-то робот. Блин, нужно было молоток. Ты ж... Опасная вещь. Ну, питание подали. Так, воду взять.
Например, если я сейчас вниз спущусь, там будет жопа. Так ведь? Эти сектанты просто чокнутые. Точно. А вот испариться их было весело. Давай поищем, может они еще где-нибудь остались. А мне надо найти их пророка, он может знать, где Расти. Не, я не хочу сражаться с пророком. Блин, ну я же уже сказал, что туда, да, пойду. Я хочу просто еще ниже пойти, сюда. А если это просто конец будет? Ладно. Там разрушителя, поехали. Это турели? Ну да. Так я могу даже так делать. Так это легко будет, слышите? Если копье тоже наносит урон. Оп. И все. Или они просто сами по себе такие враги. Или это они просто сами по себе такие враги. Ай-яй. Так, сокращение. Угу, так, готово. Так, две водики заюзать. Ну, на карте, да, из-за того, что все показано теперь, можно-то быстро все добывать. Минеральчики. Все довольно быстро добывается. Так, давайте сюда. Все, дело продам. У меня же как раз заполняется все. Ну или не все. Они, конечно, но зато больше шансов найти что-нибудь ценное, улавливаешь. Как только в пещере найдешь что-нибудь, оно тут же будет помечено. Так, король-бродяг. Собирая ресурсы, низкие ценности, вы тут же получаете деньги. Чем ниже ценность, тем больше денег. Ничего не получается за ресурс дороже 7. Подождите, собирая ресурсы низкой ценности, вы тут же получаете деньги. Чем ниже ценность, тем больше денег. Ничего не получается за ресурсы дороже 7. Мы словно в сказке очутились. То есть я подбираю мелочь. Мне интересно. Давайте вот я, допустим, поставлю, да, его. Но мне просто интересно, как это будет. Нет, давай так. Хотя, блин, я не знаю. Так. Вот так. Вот так. И просто сходим в пещеру сейчас. И просто добуду один ресурс, который больше 7. Ну, допустим, внизу там. Допустим, вот внизу проход.
А внимание, не входить. А мне все равно терять нечего. Эй, тут же внизу нет ничего опасного, да? Как по мне, безопасно. А давай просто... Так, просто разбудим эту стену и посмотрим, что там внизу. Хи-хи. Я думаю, стену тут не зря построили. И если мы упадем так, на самый низ, ты не разбудишь так, в отличие от некоторых. Ох, а где же твоя надежда приключений? Ну давай, так уж как быть оговорил. Да ладно, тут так делается все. И чё? Там очень опасно. А, давайте сюда, так, короче, дальше пойдем. Ну, типа, они остаются, да, у меня? Да. Ха. Теперь все ясно. Ну, это, знаете, типа, с одной стороны плюс, с другой стороны нет. Типа, плюс в том, что я зарабатываю все равно деньги, даже просто собирая их. Это большой плюс, даже, я сказал бы. Ну, даже большой плюс. Готово. Так, давай сюда. Типа, понимаете, я получаю бесплатные деньги. Простыми словами. Давайте в эту сторону. Блин, ну там реально опасно, типа. Пройти очень тяжко. Так, открыта секретка. Плюс проход. Плюс проход. Так, там у нас ничего. Ай-яй. У меня тоже довольно сильно коцает. Блин, он бьет по мне. И сам же умирает. Ломать. Оп. Ну, все равно, видите, я по одному хотя бы получаю. А не по нулю. Если было бы по нулю, то да, было бы обидно. До свидания. А, так ты можешь своих даже убивать. Ага. Так, тихо, сюда. Ай-яй. Ай-яй, ай-яй. А,
Ай-яй-яй. Мне интересно просто, наносит ему это урон или нет. Кажется, нет. Но, блин, благодаря этому я хотя бы деньги зарабатываю. Хотя бы благодаря этому деньги зарабатываю. Давай, давай, спускайся. Ах ты ж е-мое. Они сложные. Они сложные. Все, видите, места нету. Портал, да. Лучше рюкзак себе размещать, ну, делать пошире. Плюс 400. Ага, рюкзак только после 10-го. Давай водичку. Отражает первые попадавшие в снаряжение, восстанавливаются за... Долго восстанавливаются. Так. Окей. Ну это долго очень спускаться, но я думаю, мы спустимся. А, стой. Фу, я понял, они заново вас... Блин, я думаю, чё я мог сделать, ё-моё. Ладно, уже поздно. Нужно было все на этот потратить. Блин, ладно. На этих, поняли? Позакидывать. Что ты не берешь? Так, хорошо. Тихо. Готово. Нужно осторожно быть. Там какие-то уже дороги пошли. Какие-то дороги пошли. Так, вниз копаем. Слишком сложно. Тихо, 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 тихо. Наверх, 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 наверх. Че, серьезно, тут ничего? Как и тут. Как и тут. Как и тут. Ух. Да-да-да-да-да. А, вот тут можно. Нет. Мой топаз. Это было очень легко просрать камушек. Так. Угу, наверх. Ай-яй. Так это мне еще урон наносит. На себе, вот это плохо. Чтоб меня еще это нихера не прибило.
Поехали. Пол — это лава. А, я понял. Я понял, при чем здесь пол — это лава. Ну так, а потолок тут при чем? Не, вот это я типа не понимаю. Так, ну ладно, здесь легко. Или нет? Или нет? Да, я уже закрыл дверь. Пипец, вот это сложно. Все. Типа, ты дотравишься и ГГ. Прикол, в чем? Найс. Да ёлки-палки, вы надоели. Пол — это лава. Пол, блядь, это не лава, это потолок стал лавой. Ладно, я понял. Сначала нужно все это дело взорвать. А вот теперь только сюда и нужно было идти. Вот скажи, теперь как мне это сделать так, чтобы... О. Пипец, я тупой. Я мог просто крюк заюзать и все. Самая сложность это вот здесь, типа, наверх зайти. Зайти наверх. Изы. Угу, херушки. А, если закрыть дверь, лава тебя повредит. Не надо тебе теперь. Выйди и снова зайди. Серьезно? Вау. То есть вы хотите сказать... Да ладно. Серьезно? Окей. Только, то есть я все это должен сделать с первого раза. Ну, а класс. Ну, это сложно. Ладно, давайте я лучше дойду туда, куда лучше нужно дойти. У меня так и шопа горит. Быстрее. У меня так быстрее жопа горит. Так, как сюда попасть? Где тут что-либо ломается? Мне нужно, получается, на ящик залезть. Потому что так я не попаду туда, так ведь?
Походу, да. Как же это сложно все дело. Как же все это сложно. Там руда есть, я туда попасть не могу. Вот, а как мне сюда попасть? Там закрытая полностью область. Так, там только с другой стороны открывается. Ай. Здесь молотком прорывается. Круто. А, стрельба лавой. Давайте быстро пробежимся. Да и все. Ай. Мой жопец. Мой жопец. Довольно из-за того, что место огромное, я не понимаю, куда я иду. Вообще не врубайся. Куда-то поднимаюсь, куда-то иду. Ну ладно, блок нашел. А, у меня ж ботиночков нету, точно. Ладно. Ой, блин. Там выше можно подняться, тихо. Секретка. Готово. Ископаемые. Так, все изучил? Да, все. Так сложно. Ладно. Погнали на выход и будем заканчивать. Ты мало, да? Короче, я думаю, давайте, наверное, там... Хотя мы можем в этот сходить, точно, стоять. К мужичку. Ты хочешь со мной поговорить? А, мистер Бентербок как-то раз принес мне искореженный корпус от бомбы. Сказал, что нашел его на территории бомжей. Мне аж смотреть тошно было. Ты знал, что бомжи делают бомбы из интергалиционеры и бузы. А что тут не так? Взрывается же. Точно, вместе с этим пальцами, если повезет. Нет, спасибо, я выбираю статую, добрую пневмобомбу. Надежную и безопасную. Стой. Отстой. А что же случилось с вами магическими, как ты тут копаешь? О, в Тамблтоне все по-прежнему. У меня была куча покупателей на бизнес.
Я-то всегда хотела в шахте поработать, только папа говорил, что это слишком опасно. Ну что ж, я рада, что ты теперь занимаешься любимым делом. Ну как, хочешь еще купить? Да, давай. Пусфан, давай. Сто пятьдесят мне нету. Ну, я могу что-то да прокачать. Давайте, наверное, верну. Что это? Сюда верну. Сюда верну. Сюда верну. В принципе, думаю, нормально. А ладно, давайте на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем. А хотя, подождите. У нас же новые предметы есть. Ископаемое. Электрическое присутствие векторно повлияло как на живые, так и на ископаемые обитатели шахт. Археологи всегда доказывали до глубин. Мне кажется, или штуки у нас какие-то исторические. Ну и, как говорится, всем пока.